На прошлой неделе в патрульной службе мы рассказывали о состоянии зимних дворов в центральном районе Твери. К нам обратился житель областной столицы Михаил Иванов. Он работает таксистом и каждый день сталкивается с небезопасным проездом по придомовым территориям. Ледяные глыбы, проехать невозможно, машина, значит, цепляется. А самое это удручающее в этом моменте – это безопасность. То есть пассажиры бывают и с палочкой. Вот, инвалиды, всякие разные, да, люди. И бывает, около машины даже был случай, человек упал. 8 февраля мы побывали в одном из дворов уже в Пролетарском районе города. Дом номер 2 по проспекту Ленина. В этом рейде мы сопровождали сотрудников прокуратуры, в которую жильцы многоэтажки написали жалобу. Придомовая территория завалена неубранным снегом, невозможно проехать на машине, скорой и пожарным, в том числе престарелые люди, инвалиды, которые проживают в этом доме, также молодые мамы с коляской вынуждены просить, чтобы их провели в обход. Вот что представляет собой двор утром 8 февраля после сильного снегопада. Придомовая территория, согласно 170-м правилам, должна убираться в зимний период времени под скребок. Здесь наличие размягченного снега. Уборка придомовой территории в настоящее время зимний период не обеспечена. И виной тому не свежие завалы снега, а длительное бездействие управляющей компании. Придомовая территория относится к общему имуществу многоквартирного дома. Соответственно, ответственность лежит на управляющей организации. Жалоба жильцов дома по проспекту Ленина подтвердилась. В ходе осмотра установлено, что уборка придомовой территории в соответствии с правилами не обеспечена. Похоже, снежные завалы под окнами и глубокая колея на дороге стали нормой для этого двора. Прокуратура района будет принят ряд мер прокурорского реагирования. Должностные лица, управляющие организации, будут привлечены к административной ответственности. Вынесено постановление по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. А ведь в этом доме живут неравнодушные творческие люди. Как украшены входы в подъезды, оформлены цветники, хотя и здесь не без нарушений. Наличие еще шин на придомовой территории, которая относится к классу опасности, их тоже быть не должно. Напоминаем, за порядок на придомовых территориях отвечает управляющая компания. В нашем случае – центр делового обслуживания. Если вы в своем дворе, уважаемые телезрители, выявили недостатки – жалуйтесь. Первая инстанция, куда следует обратиться гражданам, это жилищная инспекция Тверской области. После рассмотрения обращения жилищной инспекции граждане также вправе обратиться в прокуратуру района, на основании которых проводится также проверка, осмотр совместно с жилищной инспекцией, принимается мера прокурорского реагирования. Завалы снега, глубокая колея и ледяные глыбы в наших дворах небезопасны для жизни и здоровья. К таким домам трудно подъехать не только такси, но и скорым, пожарным машинам. Мы платим деньги за содержание придомовой территории, так что будьте добры, уважаемые сотрудники управляющих компаний, содержать веренную вам территорию в надлежащем порядке. И снег по закону должен вычищаться скребком до асфальта.